Зачем накуриваться прямо перед такси, садиться, выдыхать в такси на переднее сиденье, конечно, давай, чувак. Еще разок. День добрый. Здравствуйте. На Косиного? Да. Поликлиника. Могу здесь повернуть, да, направо, ну, мимо, между травмой, да, и, да, просто там односторонние. Здесь выставлен двусторонний, там придется сделать небольшой круг. А проедете сейчас, смотрите? Не, это я понимаю, я здесь не могу разве повернуть? Здесь повернуть ногу. Здесь, не знаю, честно. Вот, по-моему, здесь светофор, там, по-моему, двусторонний 100%. Да. А вот где вот ближе показывает, честно, не знаю. А, он, по-моему, его и показывает. Нет, вот это вот я имею в виду здесь направо. А вот здесь двустороннее. Так я типа это и говорю здесь. Я поверну и просто высажу вас вот здесь на углу. Чтобы круг не делать. Ну, да, потому что здесь я направо не могу, там одностороннее. Да. А здесь-то двустороннее. Ну да, здесь двустороннее, да. Грубо говоря, вот же поликлиника. Да. Ну, я вот здесь и высажу, окей? Ага. Нормально? Да, без проблем. Поэтому все в порядке. Хорошо. Ну, спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. Удачной дороги. Спасибо.